Первым в сезоне поражением для текстильщика завершился матч четвертого тура первенства России по футболу. После выигрышной серии из трех игр ивановский клуб уступил Пскову 747 со счетом 1-3. Но несмотря на отрицательный результат поединка, красно-черные остаются во главе турнирной таблицы. Следующий матч наша команда проведет в Иванове. 10 августа красно-черные примут на своем поле команду «Химик» из города Дзержинск.